здрасте, вот мы летим, на пулемете судьбы на рыбалку. Настрой, короче, боевой, охотимся за трофеем. Стас говорит, что мы... Так, вот мы и прибыли на место. Ох, старость не радость, старость не радость, радость не старость. Красноперина.
если бы не эта кувшинка, так я бы и достал бы нормально оттуда. Так она прямо за листик. Там уже, бля, без шансов вырвать из этих языков плети. Идем на обед. Идем на обед. Сейчас поищем. Сейчас пойдем посмотрим на твоего линя. О, плавает тут. Расплавались, блядь. Так, посмотрим на то, что поймал Стас. Там ленечек. Я их 100 лет не видел уже. Глаза хочу порадовать. Ну, бедняжечка. Ну, дичь какая. Да, красноперина посерьезнее будет. Не знаю, я здесь чувствую себя прекрасно. Здесь ты сидишь и думаешь, что же сейчас произойдет, да? Или ничего не произойдет? Но что-то должно произойти. Видишь, здесь на мотиках надо. Я видел, за 100 баксов мотик купить себе, да? Там одно видео нравится. Как ты нарезаешь сало. Да? И лук так аккуратно, так чик-чик-чик-чик такой. Я даже уделил этому. Есть видос такой? Да. Где мы с тобой путешествовали? Там много. Мы там вообще с тобой целый день путешествовали. Ты там как главный герой. Знаешь, я второстепенный в конце только появляюсь. А так я иду за тобой. И там такой говорю, такой слова. Зачем мы туда идем? Кто его знает, говорю. Наверное, я туда иду, чтобы эту херню заснять, говорю, да? А вот зачем он туда идет, наверное, я не знаю. Мы по полю, помнишь, как? Баломный паркур. Да, есть городской паркур, а есть рыболовный. Это мы идем по краю небоскреба. Статик сорвался. Так, поели, пришли на место. Окунь. Такой окунь, да. Бед попало, блин. Ну, я таких никогда не ловил. Ящика еще. Солнце заходит. Стас. Над Стасом летают летучие мыши его. А трофея все нет.
Классно, классно. Скажешь, когда я плохо вижу. Трудненько, трудно. Тише, тише, тише. Фрикцион, видел, как затрещал, сразу было плохо. Такой же? Хороший, да? Давай, давай, Стасик.